Всем привет, ребят! Ну что, настало время потрешевать и посмотреть на героев, точнее на Фрейку. Мы будем сегодня бегать именно Фрейей, попытаюсь соло ей пройти. Так, это наша имба новая, вот наша Фрейка. С новым талантиком попытаюсь соло затащить битву гильдий. Поехали! Ставим сюда выживание. И ставим сюда цепа. Так, этот герой у нас собран. Здесь поставим ремочку для отхила. Сразу для реса и для... Для отхила, для реса. Так, кого мы еще возьмем? Космо. Давайте возьмем вот этого чудика. Ворожея ремочного. Ну, конечно, нету смысла в нем. Давайте кого-то другого возьмем. Родина давайте возьмем. Для подстраховки. Вместо космо. Огника с новым талантиком. Поставим панчбокса. Ну и вместо Анубиса. Давайте, кстати, возьмем Дрейка. Как вариант. Только Дрейка не с грубой, опять же с выживанием. Вот такая будет у нас сборка, непонятная, возможно, для многих. Ну, сейчас посмотрите. Я надеюсь, Фрейя затащит. Так, что у нас тут? У нас первое место пока что. Так, 589, 532, 600, 540. Так, первых две гильдии. Короче, по два топа с каждой гильдии, поехали. Дырочный. Атлантом только так его проходить. Так, окей, не будем мы атлантом проходить, с воодушевлением космо. Окей, хорошо. Фрейка есть? Да, Фрейка есть возле огника. Ну, поехали, пробуем. Посмотрите, как чудесно вообще все, просто песня. Ну, я не знаю, космо, в таком случае космо это только, знаете, это только подарок. Он просто тупо помогает. Так, отлично, лазуля. Уже 50%. Я думаю, на соло будет тащить. Ой, мне показалось, я думаю, уже ее слили там. Можно было бы еще и хранителя леса. А, это там это бьет еще. Ну, смотрите, именно внимательно смотрите на жизнь. Талант сработает с 30%. Я думаю, ее тут даже до 30% они не дамажат. Хотя, смотрите, вот добивают. Ну, full отхил сразу же. И по новой. То есть, реально, если будет максимальное, там, либо 20-й прорыв... Это просто песня, ребят, а не талант для нее. Поехали, следующий. Конечно, здесь топы не максимальные. Сейчас попробуем. Давайте. Ну, тут она, наверное, сейчас просто самосолы всех повыносит еще. Смотрим. Стрелок. Еще, кстати, даже не выпустила этого. Вот, кстати, интересно, смогут ли. Так, она ушла в инвиз. Смотрите, передвигается себе спокойно. Вообще четко, плюс 800к. Что еще надо, скажите? Возможно, не зайдет. Опять он в инвиз ушла.
Опять резнулась. Супер. Не знаю, мне реально очень нравится. Так, 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 так. Эй, 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 уходи. Все, опять ушла в инвиз. Опять отхил. Ну что вы на это скажете? Конечно же, поставьте обязательно лайкосик, потому что я специально для вас ее прокачал, как бы, и для вас пишу видосики, и напишите коммент, что вы думаете по поводу этого таланта для Фрей. Он реально очень круто заходит, она у меня максимальная, но еще можно было бы по чарам что-то придумать. Она не собрана на уклонение, но посмотрите, как чудесно просто соло стоит и вытаскивает. То есть битва гильдии с такой прокачкой просто изи. Так, ну вот, кстати, такая же. Вот тоже интересно будет сейчас посмотреть Фрея на Фрею. Плюс еще есть Стрелок. И плюс Космо. Опять недомогание. Вот единственное, что недомогание, блокировка какая-то. Все, она ушла в инвиз. Отхилит. Отхилила себя опять. И по новой. А, цели переагрились. Ого, ничего себе, посмотрите, как сносят. Опять сейчас ушла в инвиз. И опять должна себя отхилить, по идее. Супер. Просто, просто кайф, ребят. Да, возможно, ее сольют. Сольют? Сольют или не сольют? Слили. Интересно. Давайте еще разок. Ну, это, ребят, это все я вам скажу. Просто ставите хранителя леса. И у вас дополнительно отхил там раз в 8 секунд. То есть она дополнительно отхилится. И все, и больше ничего не надо. Либо можно попробовать поставить утекание. Но против Космо это реально не спасет. А вот выживание дает возможность непрохождения урона по герою. И соответственно все просто налегке. Ну, недомогание. Есть, конечно, нюансы. Но я вам скажу, я разницу вижу очень большую. Потенциал у героя. Ой, опять смотритель заблочил. Вот видите, смотритель блочит. Это единственное, что еще останавливает. И то, я думаю, если мы сейчас по кулдауну нормально вложимся, то все будет реально просто налегке. Можно отвлекать Космо, можно отвлекать Стрелка юнитами, чтобы не сливали героя. Можно вот так вот спамить здесь. То есть вариации, как бы, вариантов очень много. Посмотрим сейчас. Ну вот недомогание реально еще спасает. Можно отвлекать Космо, чтобы она слила вражеского стрелка. Вот слила стрелка, все, сейчас должно быть получше, все полегче. Вот такие вот, ребятушки, пироги. Я не скажу, что это мега стопроцентное прохождение, но вы, думаю, сами все видите. Сносится максимальные постройки. Космо нам играет на руку, если он один. Если есть Фрей, это тоже нам плюс. Минус — это смотритель, но недомогание, но все равно оно ничего не делает. У нас отхил идет стабильный, поэтому проблем, думаю, нет. Видите, что подсливает. Плюс у нас есть еще рез дополнительно, об этом не надо забывать. То есть влаживаете ресурсы в Фрею. Я не знаю, как на 20-м прорыве, надо будет на русском сервере сделать 20-й прорыв, потестировать. Здесь уже на максималке. Ну и тут против 20-х, там и выше прорыва. Все, соло. Поехали, следующий. Так, что у нас тут? Космо, Фрея. Та же самая ситуация. Тут, наверное, будет попроще. Я не вижу топовых прокачек. Какой-то вообще непонятный состав. Зачем он ПБшку поставил? Да, тут будет очень легко все. Еще плюс у нас получается увеличенный урон у питомца. В общем, как-то так.
Есть вражеская фрея, есть космос-водушка. Это реально еще больше плюс для этого героя. Он не будет забегать в раз, то и будет сносить налегке. Все, 100%. Так, 439, 522. Давайте тут ради интереса трешечок устроим. Запустим ее отсюда, где-то возле розы. Да, у нее сейчас нету урона такой вот сборки. То есть, как видите, у нее урона, ну, то есть не срабатывает. Но когда она уходит в инвиз, там такой урон, что пакт даже меньше дает. Тут 200% урона. Это просто кайф. Ну, единственное, надо со смотрителем разобраться. Супер. Вот 82%. Вот так вот. Вот вам сборочка. Так, а теперь 10800. А теперь я хочу еще кое-что потестировать. Я хочу забежать на рейд топов. Смотреть, кто в сети есть. К сожалению. И затащить какого-то топа. Тут даже на 600-700 сил у людей вкачаны. Вот 29-е, 30-е прорывы есть. Отлично. Поехали. Супер. Вот что еще надо? Посмотрите на вот это вот. Космо просто делает нам обалденную услугу. Даже если герои будут подсливать, пофиг. Все, герой ушел в инвиз. Отхил на фул и поехали по новой. То есть то, о чем я говорил. Герои на 20-30 прорывах с этим талантом реально будут очень крутые. Потому что у них жизни больше, запас ресурса больше, вот и все. Вот это да. Кайф. Сто процентов. Давайте еще разок. Так, этот онлайн. Так, еще одна прокачка. Поехали. Тут у нас даже Фрэнки есть. Вот, кстати, тут вот будет интересней. Так как Фрэнки дамажит очень много и дамажит все остальные герои. То есть, посмотрите, сколько здесь урона проходит по герою. И тут реально могут слить. Ну, посмотрим сейчас, как оно в реалии будет. Возможно, нам не хватит ресурса. Вроде нормально. Не, все-таки сливают. Видите, не хватает ресурса. Давайте попробуем. Интересно еще и на ухники посмотреть это все.
Но сейчас защита спадет, его просто с плюшки тупо унесут. То, о чем я говорил. А, у нас этот с водушкой, по-моему, там Еремка стоит. Вот, смотрите. Минуснул. Причем нормально минуснул. В общем, пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.